Дисклеймер. Привет, я третий, я продолжаю проходить по ходу никому нахер не нужный Far Cry Primal, но ладно, раз начал, надо закончить. Так, чё тут Луна, Лун, а чё у тебя уже хпшки не хватает, слышишь, что ты уже успела сделать? На тебе мясо, на-на-на, кушай, 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 хорошее. Да-да-да, давно с тобой не виделись, новогодние каникулы целые. Так, да-да-да, надо поставить, конечно, столько не сало. Так, ух ты, что тут произошло? Так, а что вообще делать надо? Навыки, о, навыки есть. Все, так, два. Что это? При поиске древесины камня яга вы будете получать еще больше ресурсов. Хорошая штука, давай изучим. Деревня, что мне для этого нужно? Так, этого я полностью прокачал. Это, о, я могу вернуться на карту. Деревня. Где у меня деревня тут? Деревня это вот здесь. Кстати, насчет южного, помнишь? Юг, оказывается, это вот... Это херня вроде, или это... Давай вот сюда попробуем. Походу, вот это вот вроде бы юг, если я не ошибаюсь. Я посмотрел на карту в интернете. Вроде это юг называется. Так, что мне нужно? Южный клен. Вот, смотри, сейчас проверим. Где тут хоть одна веточка есть? Веточки, хоть что-нибудь. Опа, а там враги, походу, да? Да, походу, то враги. Южный клен. Мне нужен южный клен. Давай-ка сначала... Крокодил, падла. Быстренько на А нажимай. Я нажимаю. Быстренько на А нажимай, 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 нажимай. Быстрее, я клавиатуру сломаю так быстро. Давай, хопа. И соберем шкуру, естественно, сразу. Больше нет места для этих предметов. Вы охренели вообще. Так, давай, да, плывем. И сейчас освободим нашего, поможем. О, южный клен. Да, я же сказал, это то, откуда вы пришли сначала. Это то, откуда мы пришли. Вот, южный клен, я надеюсь, да? Альха, вы охерели. Так, подожди, у меня рюкзак где-то, мешок, вот. Как мне выкинуть предметы? Так, как мне из этого выкинуть предметы? Какие мне не нужны? Вот этот мне нахрен не нужен. Вот это я не могу выкинуть. Так, южный клен мне нужен. У северный кедр, южный клен. Ну вот здесь же по карте пишут, что это юг. Почему опять нет? Вот так, на, двоих сразу. И подожди, подожди. Подожди, у меня есть... Да ты хренелый, я тебе говорю, подожди, ты меня не ждешь. Где мои копья, слышите, я уже два их сюда кинул. Вот раз, и второе сломалось, естественно. Не забываем, что здесь копья могут ломаться. Может, это южный клен? Ну, пожалуйста, ну хоть что-то южное. Прочная древесина, зашибись. Ну, может, это хотя бы южный клен. Давай вот сюда забежим вглубь. Это южный клен? Нет? Давай соберем. Ай, нет, в мешке больше нет места, но это явно не южный клен. Давай-ка, брат. Короче, в деревню идем. Карта. Прокачаем деревню сначала, чтобы освободить место от всего этого говна, чтобы было побольше местечка. Так, давай, прокачать ему нужно было, я помню. Здравствуйте, тетенька. Сейчас, где он был? Вон там он был. Так, здесь, чтобы прокачать ее, что мне нужно? Сланец, мамонта, шкуры мамонта. Я не могу мамонта пока убивать. Это очень-очень сложно. Так, мне надо прокачаться сильнее, южный клен. Вот мне нужно все южное. Где мне взять это южное? Я вот не могу найти. Ничего из южного у меня нет. Так, давай, вот здесь тебе прокачать вроде, да? Улучшить. Все, есть, улучшили. Так, я так понимаю, это второй или третий уровень из четырех возможных тут, походу, для прокачки дома. Здорово. Так, ему я прокачал. Дальше, что мне надо еще? Так, Enter, хорошо. Мне задание дашь, нет? Задание. Мне бы задание, слушай, получить. Нет? Задания от него нет. Плохо. А это, походу, по максимальный у него уровень. Видишь, больше прокачивать ему нельзя. Так, вот шамана. У, походу, шамана есть задание. У шамана три хвоста. Или как там было? У шамана два хуя нет. Как-то пелось про шамана. Опа. Я не могу выбраться. Хоп, все, выбрался. Так, у тебя есть задание для меня? Я же чувствую, что есть. Вот он. Давай, даровочка. Задавай мне свое задание дебильное. У тебя всегда дебильные задания, я готов. Ух ты шо. Такар, ты держать. Он обгорел, что ли? Да, обгорел очень сильно. А, жесть вообще. Это и есть корень снимать боль. Обезболивающее дает, но он все равно умрет. Что его обжечь? Солнцеходы. Изила. А не напасть на охотника Винджа, этот бежать, остальных забрать. Я понял, значит, каких-то огненных мне надо победить. Наконец-то, надеюсь, хоть что-то интересное. Солнцеходы. Солнцеходы сажать, Винджа в клетке, использовать как орудие. Хуже смерти. Надеюсь, что-то интересненькое.
А зачем ты обезболивающее тогда на него тратил, если ты рассчитывал его убить? Его дух свободен, но для других время есть. Хорошо, я тебя понял. Ты найти сенсоходов на карте, освободить пленных Винджа. Хорошо, блин, мне главное сейчас пару не просрать. Так, давай, 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 давай. Ну все, я понял, он умер. Не надо прям настолько детально все показывать. Блин, как хорошо сделали, слушай, эти тела, как их называется? Марионетки, нет. Короче, очень хорошо сделали. Так, куда мне надо идти? Куда мне надо идти? У меня есть тут задание. А, аж сюда, я аж не попаду. Так, ты чё? Мастер Вуга мне не надо. Сложность средняя, ну можно, в принципе. А давай-ка вот сюда попробую. Нет, подожди, давай-ка сначала вот сюда попробую попасть. Вот отсюда. И может там южный будет. Потому что я не знаю. Вроде где-то здесь. Но опять же, я туда попал. И мне сказали, что это не юг. Я опять какое-то говно собрал. Что за прикол вообще? Так, давай-ка собрать. Может сейчас будет южное что-то. Потому что я уже не могу. Так, вот. Так, ну они по-любому нападут на эту, на мою... луну, так что надо от них избавиться сразу, все. Сейчас это 2 секунды все равно, давай, хоба-хоп, собрал 2 копья своих обратно и пошли дальше. Так, нужно найти южное. Где здесь все южное? Я не понимаю просто. Я столько бегаю, бегаю, оно мне все равно южного ничего не дает. Сколько можно? Они прям издеваются, что ли? Так, 250 метров, это недалеко. Сейчас, если там южного нет, то я пойду новые территории открывать. Что за звуки такие? О, это кто, кабан, як, неважно, в общем, мне он не нужен. Я вижу, слышу всяких разных зверей, но не вижу их пока, ладно. Они мне, в принципе, и не нужны сейчас. Сейчас мне нужно южное найти, где это вообще находится. На карте я посмотрел, и в интернете говорят, что там, куда я только что телепортировался. Но мне дали обычный какой-то клен. Это не южный. Вот, вот здесь что-то южное должно быть, смотри. Коричневая карта, она сменилась. Может, это предсеверный? Это что? Северное. Это уже северное. Ну, значит, идем все сюда. Мне плевать. Вот сюда давай пойдем. Вот отсюда. Да. Захочу это, а потом рядом еще есть маяк. Захвачу. Так. Спуститься я теперь могу. Отлично. А Луна найдет способ, как до меня дойти. Кстати, сохранить. Сохранить. Пока не забыл. То, что тут надо часто сохраняться, чтобы если Луну убьют, то я вернулся к той точке, когда она еще жива. А я не могу спуститься, да, дальше, слышите? А если я упаду, я умру тут. Это нечестно. Что-то слишком высоко. А, все, спускается. Чё ж ты сразу не хотел спускаться, а? Оцепись. Все. Так, где я? Что-то я слегка дезориентировался в пространстве. Так, я надеюсь, сейчас никакая морская херня на меня опять не нападет. Так, ну это явно север. Север мне пока не надо ничего собирать. Мне это все не нужно. Так. Как мне сюда забраться, главное, найти? Так, вот здесь я не смогу по скалам пропрыгать. Вон, я вижу крюк-кошка, отлично. Туда я могу забраться, но я вижу там врагов. Видишь, слева на карте, где 2 крестика. А, их, походу, убили. Там, наверное, или мамонт, или что-то такое. Мамонты вообще тут жесткие. Я хрен знает, как их вообще убивать. У меня вообще не получается. Так, меня кто-то чуть не палит. Кто? Надо избавиться сразу, чтобы он луну не зацепил. Кто тут мог меня палить? Вон тот, что ли, который аж далеко? Да нет. Ладно, пофиг, побежали дальше. Да, это, походу, тот, который аж очень далеко. Так, вот я вижу, где-то вот здесь должно быть новая... Этот, Лун, телепортируйся быстрее ко мне. Тут я не пройду, значит, надо с левой стороны идти. Так, опа. Не-не-не, не собирай случайно. Мне не нужно северное ничего собирать сейчас. У меня и так этого полно. Оно мне сейчас вообще не нужно. Так, где... Обойти. Вот, я вижу, хоба идет. А это пленник? Нет, это оба таких. Так, давай, Луна, вот сюда нападай, на этого. А я нападу на этого. Давай, прикрою тебя. Сейчас он остановится, все. На. Есть, отлично. Я собираю копье, ты его догрызи, все, молодец. Так, о, тут как раз наши идут. Да вы поздно, ребят, что-то. Так, отключить зрение охотника. Давай-ка пройдем. Мне надо найти, как это, дойти до туда. Потому что тут очень много проходов всяких. Так, здесь я явно не пройду. Может, обойти вот так по кругу, что ли, как-то надо? Ну, давай обойдем по кругу. Опа, опять они. Так, давай, давай, аккуратненько, аккуратно. Давай, ты на правого, а я на левого.
Давай, давай. Он отошел. Подожди, 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 Лун. Сейчас я тебя прикрою. Подожди. Опа. На, попал. Отлично. Все, ты этого добивай, пока я заберу копье свое. Где он? Вот он. Копье. Отлично. А что одно копье? Куда я второе успел потратить? Ой, у тебя стрела в бедро попала. Сорян. Это я, походу, не доглядел. Так, пошли вверх. И я думаю, сверху вот на них можно будет напасть на ту деревню. Так. Я не вижу. Вот. Фу, сейчас надо будет, короче, еще раз использую сову и нормально. Понимаешь, сова тут хорошая штука, но не особо так. Если бы была камера, было бы получше, но понятно, что тут камера никак не может быть. Так. А, у шамана три руки. Вспомнил. У шамана три руки. Вроде бы. Я не понимаю, а как тогда туда забраться? Давай вот сюда спустимся аккуратно. Вот если бы ты, Луна, еще подсказала мне, как сюда попасть туда, было бы вообще прекрасно. О, я сейчас замерзну, сейчас замерзну. А ну давай, поджечь. Давай, я забыл, что тут я могу замерзнуть. Давай, давай. А что я не могу согреться, слышишь? А, согреваюсь по чуть-чуть вроде, да? Да, вроде по чуть-чуть согреваюсь. Пошли, ну ты, волчица, тебе не надо согреваться. И потушить, все. Не-не-не-не. Погасить огонь. И вот здесь погасить огонь. Все. Теперь пошли с копьем. Вот он, где-то здесь. Так, я вижу, они прям повсюду. Давай вот здесь. Слушай, как их тут много. Почему? Тут целая экспедиция. Хотя, походу, это шакалы, да? Я надеюсь. Да, это медведь дерет, короче, этих. Но там кто-то еще один, я не вижу отсюда, где он конкретно там и кто это. Но это медведь их сейчас добьет и все. Но надо предохраниться, чтобы медведь и нас не убил. Я смотрю, если он побежит на нас, убью. Мишка. Мишка, ты слишком близко к нам подходишь. Короче, извини, но ты тоже близко идешь к нам. Мне не надо, чтобы ты спалил нас. О, последнее, отлично. Одним ударом. О, я забыл совсем. Поджечь, поджечь. Поджечь, 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 чтобы не замерз. Все нормально. Сейчас давай, где это племя их находится? Я не могу найти. Еще ниже куда-то. Так, давай вот так. Но я же поджег, почему оно не согревается? Как оно хреново согревается, слушай. Я постоянно с этим уже хожу, оно все равно не греется. Блин, это надо постоянно, походу, с огненным ходить. Опа, давай-ка. Угу. Еще и почему-то сову нельзя везде использовать. И ладно, если в пещеры нельзя, это я еще понимаю. Но нельзя на некоторых открытых пространствах, это вообще нелогично. Так, давай-ка быстренько слетай туда. И давай чуть-чуть побыстрее. Я понял, слишком далеко, слишком далеко. Так, надо чуть ближе подойти и надо чуть позже позвать сову, потому что, чтобы согреться. А, это, походу, когда я на открытой, да, поверхности у меня, мне холодно. Так, давай-ка чуть-чуть ближе подойдем. Вот, чтобы я мог с собой призвать поближе, потому что так далеко она не улетит. Так, как далеко еще надо идти, слышите? Ой, фух, я испугался, он махнул, дурак. Опа, все, вот здесь прекрасно будет. Полетели. Вот, я еще слегка, надо пообследовать, где тут. Слышишь, бомбы? Так, надо поотмечать сразу, где тут сколько стоит. Так, я поотмечал, вроде нет, нападу я на того, который с бомбой стоит. Вот здесь вот. Давай ниже, 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 вот этого вот. Он с бомбой стоит, он самый опасный мне сейчас. Все, и вроде его никто не заметил, что убили, да? Да, отлично. Так, палку, я думаю, можно уже погасить огонь, потому что палка так может полностью сгореть. А она здесь, а тут сделана, чтобы могла полностью сгореть. Так, ну по-тихому у меня не получится, походу, уже пройти, да? Нет, там только всего один. Опа, ё-моё, там еще эти двое. И вон он один. Так, ну все, походу остальных я всех заметил. Он далеко ушел, слишком далеко. Надо как-то аккуратненько тут спуститься. Я могу спуститься, вот, могу по корням. Аккуратно, но главное, чтобы Луна не телепортировалась слишком близко к ним. А то жопа будет. Мне надо, чтобы этот с рогом подошел ближе, который сигнализация типа палит. Давай этих пока убьем. Так, вот так как-то примерно должен попасть. Хорош сать рядом со мной. Попал. Они меня спалили? Нет, пока не спалили. Пока не спалили. Отходим, отходим. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Сука, враги оповощены. Все-таки спалили. Давай, Лун, ты нападай на них. Вот этого пока прикрой меня, а я найду вон того, который сигнализацией. А то он меня сейчас... Так, бомба это бомбочки эти вонючие, я понял. Давай быстрее, 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 быстрее. Бежим, бежим, бежим.
сигнализация. Вот этот вот меня падла палит. Нет, туда я не спущусь. Проще будет сделать еще одно копье. Есть, 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 есть. Давай-ка ты. Опа, добил, отлично. Вон они, я вижу, где враги. У нас пока есть время с этими хотя бы разобраться. Есть, попал дальше, дальше, дальше. Давай, ход так, раз одного и вот так второго. Быстрее, быстрее, быстрее. Прибил. Так, копье быстрее, быстрее. Забираю, забирай. Забрал. Подожди, где еще? Я не вижу. Ага, вот он, увидел. На, раз. И второго есть. Мясо я ем, 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 ем. Луна, отбивайся, помогай пока. Тебя добили, я понял. Все, 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 я понял. Сейчас надо собрать два копья, а у меня не хватает, сука, ресурсов. На, быстрее, быстрее. Поменяй мне на этот. Все, давай. И сейчас надо хавчик съесть. Давай, давай, давай. И тебе восстановлю сразу. Давай, на, мясо. Кушай, кушай, кушай. Надо того, главное, кто с бомбами добить сначала. На. Добил, давай, давай, на расстоянии, все, отлично, на расстоянии, глупо. Да ты затрахал, где там с луком стоит, ублюдок, иди сюда, ты меня заколебал уже. На, с копьями точнее. На, дальше, кто еще, вон, я вижу один возле тебя. Давай, давай, добила, красава, молодец, хорошая девочка. Фу, сейчас останется захватить вышку, и все, на сегодня хватит. И это получается, так, аванпост, так, и захватил, отлично, не надо мне показывать карту, спасибо. Так, 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 так. Копия, копия, я сам. Копия, мне надо копия мои. Слушайте, мне нужны копия. Или хотя бы звериную шкуру дают, если я этих обыскиваю. Так что нормально, давай. Звериная шкура, видишь, есть. И еще одна. Мне нужно две штуки. Нет, это пока одна. Давай. Последнее копье. Я вижу, мне аж поэтому и нужна звериная шкура. Так, давай еще собирать. Еще, еще, еще. Звериный жир. Ничего себе. И в скобочках жир зверя. Спасибо. Так, объяснили. Звериная шкура, отлично, есть. Так, иди сюда, Лун, Лун, Лун. Я тебя тебя покормить не надо, слушай, у тебя достаточно. Кто-то здесь еще красный, я вижу, агрессивный ходит. Кто здесь? Он прячется, кто-то. Кто ты? Выходи. Он кто-то здесь есть, но я не вижу. Ты тоже его не видишь? Ладно, тогда пошли пока по карте. Ему сейчас надо дойти вот до сюда. Это недалеко, в принципе, это легко будет. Давай. Так, как ты? Вот, все. Пошли, пошли, пошли. Это вообще близко. Так, где здесь красная хрень была что-то? Ладно, неважно. Мне интересно, как я должен перья вообще добыть? Это надо убивать птиц. А птиц я тут вообще попасть не могу. Во-первых, их хрен найдешь. Во-вторых, попасть. Это как в Far Cry 4 на меня иногда нападали орлы. Так и здесь они будут иногда попадаться. Но они настолько редкие, что хрен их убьешь вообще. И вот эта вот ворона, она не считается. Медведь мимо? Нет, я надеялся, что медведь мимо побежит меня. Давай, на еще по башке. Опа, подожди, Лун, ты его пока побей, а я мясо поем. На, отлично, дайте мне мои копья. Так, одно есть, второе есть, все, побежали дальше. Так, сейчас надо быстренько успеть, у меня сейчас пара будет капец, если я сейчас пару просру из-за Far Cry. Давай, 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 убейте, обыщите курьера. Да зачем мне это? Слышь, что там их много. Нет, это не надо. Я сейчас дольше сражаться буду, чем... Ты что, меня напугала, зверюга? Я думал, это не наше. Так, ну у нас нет выбора. Давай, ты самого дальнего, а я этого. Давай, хоба. Теперь быстренько подбегаем. На. Опа, а как, куда? На. Ой, извини, сорян, сорян, Лун, сорян. Так, давай, давай. Так, а где у меня второе копье? Тут еще одно где-то должно быть копье. Слышишь, а ты чё, его не видишь, что ли? Все, молодец. Ты его дери пока. Так, мне надо будет у него забрать копье. Слышишь, а кто в тебя попал? На, ешь мясо пока. А в тебя кто-то попал. Какая крыса? Я видел где-то сзади, вон там где-то. Откуда? Я не вижу. Где она? Пошли со мной, пока вместе. И если оно попадется к нам, этот ублюдок, обыщите курьера. Ну давай, давай, обыщу пока. Есть, может, что-то ценное дадут, кстати. Давай-ка. Собрать что-то ценное. Я надеюсь, что-то ценное. Завершено событие Винджа. Это, конечно, хорошо, но вы мне что-то нормальное это дайте. Человеческое, а не говно какое-то задание. Просто зачем мне это задание? Событие. Ого, я вижу, где там. Далековато, конечно. Ой, там птица летает. Походу, птицы возле вышек будут обитать. И вон там перья мне и надо собирать. Но пока мне перышки далеко. Нет, не хватает места. Для чего? Так, давай быстренько, вот он. Там его, походу, никто не защищает, так что это будет очень легко, даже и слишком. Но это явно не юг. А нет, защищает вот один петух. Да, на,
На, вот этот вот с этим, с копьем, он самый мощный, его надо. Какого хрена мне постоянно перелистывает? А нет, это вроде нормально. Ай, мясо, мясо. Враги неподалеку. Ах ты, сука, пиздец. Я вижу, что они неподалеку. Они вот, они совсем рядом. Копье, я не могу сделать копье, зашибись. Помогай давай. Тут эти пока не сильные. Спасибо, но зачем ты нападаешь на того же, что и я напал? Где ты? Вот он. Ах ты, крыса, лучник, давай, на. Ой, слышишь, как я промазал? На тебе. Все, отлично. Ай-яй-яй, я вижу, там еще где-то враги недалеко. Не расслабляемся, Лун. Пошли, пошли, пошли. Надо поджечь. Пошли, 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 пошли. Кстати, странно, что все волки боятся огня, а именно Луна нет. Почему? Я понимаю, потому что главная она со мной, но это нечестно. Это нелогично. Было бы реалистичнее, если бы она чуть-чуть от меня отбегала, если бы я поджигал огонь. Все, погасить. Все, отлично. Да-да-да-да-да, и все получается. Давай я тебя покормлю, иди сюда. На, мясо. На, кушай, кушай, кушай. Я их пока обыщу, сам покушаю мясо тоже, сырое почему-то. Так, и где они были тут только что? Вот, где-то трупы обыскать можно было. А уже они, походу, пропали. Ладно, тогда я сохраню на этом все. Напиши любой комментарий, поставь, подпишись на канал. И, походу, я на пару опоздал.